Более 12 лет в Ленинском районе проходит конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года». Поддержать педагогов, повысить интерес к профессии дошкольного работника в Ленинском районе – его главная цель. В нынешнем году в конкурсе, а он был посвящен российской истории, приняли участие 16 педагогов. Они выбрали свои профессии, воспитание детей на самом важном этапе их жизни – этапе становления личности. Работа не просто ответственная, от ее результатов зависит наше с вами будущее. От того, вот, в какую среду ребенок попадает с детства, зависит его, собственно, становление, процесс его воспитания, и во многом это определяет его будущее. У нас очень достойные, очень хорошие, очень внимательные и во всех отношениях профессиональные преподаватели, воспитатели детских дошкольных образовательных учреждений. И я уверен, у нас есть хорошая надежда на наше достойное будущее, на наше подрастающее поколение. Если у кого-то и были сомнения на этот счет, то они навсегда исчезли, как только на сцену вышли педагоги. На пути к финалу четырем конкурсанткам необходимо было пройти три тура. Первый по традиции – визитная карточка. Здесь воспитателям за очень короткое время нужно было рассказать о себе, о том, почему именно профессия педагога стала неотъемлемой частью их жизни. Представить свой опыт работы, рассказать обо всем, что умеешь и знаешь – задача непростая. Справиться с ней помогали коллеги и воспитанники. На горе стоит телега, слезы капают, стуги. Под горой стоит корова, надевай сапоги. Вот это новости. Завершающий этап, который определил победительницу – блиц-турнир. Быстрее всех ответить на вопрос, чей портрет появляется на экране, угадать мелодию и еще спеть песню. Явным лидером этого тура стала Елена Реброва. Все наши конкурсантки знают и российскую эстраду, и в интеллектуальном конкурсе тоже они все на высшем уровне. Мы поставили 7-5, но не могли не оценить номер 2, и поэтому нарушили правила. На этом конкурсная часть завершилась. Членам жюри осталось только выставить оценки участницам за мини-экспозиции, после чего они приступили к подсчету баллов по итогам всех выступлений. Сложная работа. Трудно выбрать лучших из лучших. Еще принимаю внимание, что я не педагог, но как мама я могу совершенно спокойно сказать, что своих детей я отдала любой из сегодняшних финалисток. Финальный выход педагогов на сцену. Все они победители. Им вручают дипломы и подарки. И вот он, самый волнующий момент. Победителем конкурса «Воспитатель 2012 года» становится... Волнуюсь, переживаю. Я думаю, что вы тоже. Итак, Реброва. Лучшему воспитателю вручили и специальный подарок главы Ленинского района – поездку в Италию. Я и не ждала, и боялась победы, потому что я человек не публичный, как бы никогда не выходила на район. Вот первый раз вышла, и получилось, поэтому я просто не ожидала, что так произойдет. Теперь Елену ждет более серьезное испытание. Ей предстоит защищать честь всех воспитателей района на областном конкурсе. Удачи! Татьяна Акимова, Алексей Ильин, «Видное ТВ».